Где это я? Я в какой-то канализации или где вентиляции? Вот это... А что за проходик? Ну-ка посмотрим. Ну-ка проверим, куда это я попал. Ой-ой-ой-ой! Ничего себе, я попал в комнату Киси-Миси, она здесь живет. Это ее дом, походу, здоровенная комната. Здесь дырка в стене. Я попал. Я... Ничего себе, лестница, я вижу лестницу. Вот она, лестница. Пойдемте посмотрим. Надеюсь, она меня не заметит. Это очень страшно. Вот так пойду. Та-т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 а
Давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Куда мы можем еще сходить? Ничего себе! Здесь просто все в каких-то проходах. Ладно, давайте посмотрим, что здесь такое. И у меня есть идея, а что если нам пробраться внутрь Кисси-Мисси и заценить, что ж там внутри? О, какие-то здесь куклы, дяденек каких-то. О, а это что там такое у Кисси-Мисси? Ребята, какие-то здесь связанное что-то. Девчачья тут все, короче, какие-то игрушки. Сейчас-то мы и узнаем все. Чувачки, пойдемте запрыгнем на Кисси-Мисси. Мы уже поднимаемся все выше и выше. Она нас не видит, короче. Может, она нас слышит? О, тихо, надо тише двигаться. Нам надо подняться еще выше на полку. Вон, я вижу лестницу. Мы поднимемся на эту лестницу. И мы запрыгнем в Кисси-Мисси и узнаем, что же там внутри. Давайте залезем вот по лестнице, ребята, лезем. Лезем! Все выше и выше. Мы поднимаемся уже просто выше крыши. Что это там у нее такое? Какие-то домики кукольные. Короче, какие-то игрушки. Вот там есть какие-то еще проходы. У нее даже есть компьютер. Ничего себе. Давайте. По полочке, ребята, короче, все ближе и ближе мы по книжкам. Она нас скоро увидит. Давайте посмотрим ее лицо. Ничего себе! О! Вау! У меня же есть сверхспособности Спайдермена! Вау! Опа! Ничего себе! Она меня увидела, походу. Увидела, говорит, что такое? Это что здесь было? Она меня увидела, что ли? Ребят! Увидела, походу! Что делать? Давайте на лампу прыгаем. Вот сюда. Прыгаем на лампочку. Ой-ой-ой, перелет, перелет. Вот сюда нам надо на лампочку. Все, отлично. Сейчас мы запрыгнем. Ну что, готовы узнать, что внутри Кисси-Мисси? Лично я всегда, я не знаю. Внутри Хаги мы знаем, что. Если хотите, посмотрите мой ролик на канале. Внутри Кисси-Мисси мы еще не знаем, что. Ладно, ребят, я разгоняюсь и прыгаю. Сейчас все и узнаем. Погнали! Ух ты, куда я попал? Ничего себе! Вот это да, вот это уже интересно. Ну что, пойдем дальше и посмотрим, что ж там внутри. Сейчас мы все узнаем. Опа, это что за дырочка? Сейчас проверим. Вот это да, что я китикет-то взял сюда? Вдруг тут кошечки будут? Вот это дырка. А-а-а, я падаю вниз! О, все, о, в порядке. Это что, бутерброд? Опа, залезем, посмотрим. Скользкий бутерброд. Все нормально. Вот это да. Я что, оттуда упал? Сюда? Так, так. Ой, что такое? Началось внутри Кисси-Мисси. Какие-то игрушки появляются. Там кто-то даже живой. Посмотрите, это ФНАФ. ФНАФ, только и розовый почему-то. Понятно, тут все связано с девочками. Ведь это Кисси-Мисси. О, привет. Подожди. Вот, все. Я чуть ли не утонул. Ты кто? Ты что тут делаешь вообще, а? Ты, тебя Хаги же зовут! Да, меня зовут Хаги! Что, ну вообще, ну мастер, конечно, я костюм надел просто Хаги. А что такое, в чем проблема? Хаги, точнее, ну мастер, помоги нам! Нас Кисси-Мисси съела и не дает нам выбраться! Кому это вам? Ну иди туда дальше и увидишь. Туда дальше? Сейчас посмотрим, а что там дальше. Ну иди, иди! Так... О! Здравствуйте, дамы! Вы что тут делаете? Ха! Хаги! 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 Что? Что случилось? Давайте посмотрим. С тебя начнем. Ты кто? Я принцесса! Принцесса? Ну да, ты похожа, конечно, на принцессу, если ты меня не обманываешь. А это кто это? Малефисента! Я везде смотрел! Я тебя смотрел! И ты такая же страшная, как и в этом фильме. Так, здесь всякие... Здесь, короче, полно девочек, ребят! Смотрите, сколько девочек! Ой, ничего себе, сколько здесь девочек!
Как вы сюда все попали? Ребята, смотрите, даже Чика есть. Вау, ничего себе, кто-то уже устал ждать и расстроился. Спит, короче, кто-то, Майнкрафт, девушка, еще какая-то. Здесь просто их много, я так понимаю. Они дерутся, из-за чего вы деретесь-то? А, говорит, это мой парень, это мой Хаги парень. Да ладно, девчонки, не деритесь из-за меня. Ладно, пойдемте отсюда, пока нам по шее не надавали. Пойдемте отсюда. Я что-то не могу влезть, ё-моё. Да хватит вам драться! Вы чё? Всё, ребят, вот надо их разнимать, короче, а то это всё печально закончится. Иди сюда! Встань туда и стой там. Всё, успокойтесь. И чтобы больше не было здесь драк. Нет, вы посмотрите, а? Драки устроили. Я сейчас оружку выберу. А? Вам гранатку кинуть? Ладно, пойду я. Дальше. И посмотрю, что здесь происходит. Так, ребят, пойдемте дальше. Вот здесь, я думаю, что должен быть кто-то, но мне надо расковырять, короче, этот путь. Может, там еще? О, я так и знал, ребят, я так и знал. Кто здесь еще? Ничего себе, это Анна, Эльза и Супер-женщина. Все они подверглись пожиранию Кисси-Мисси. Ребят, короче, что я могу сказать? Все подтвердилось, ребят, все подтвердилось. Да не могу себя увидеть, ё-моё. Хотя вам показать сбоку, ладно, вот. Ребят, все подтвердилось. Кисси-Мисси съела всех девушек. Она, в общем, считает, что она должна быть самой красивой. Ну что, девчонки, пойдемте. Я вам помогу вылезти отсюда. Я буду вашим спасителем. А, вы тогда пока здесь оставайтесь. Я сейчас веревку принесу и поднимемся. Вы тоже давайте уже готовьтесь. Сейчас мы будем вас спасать. Ребята, если хотите узнать, что было дальше, как они выйдут из Кисси-Мисси, что скажут, что это Кисси-Мисси, ставь лайкосик на видосик, и я сниму продолжение. Если видео соберет много лайков, тогда вы увидите продолжение. Если видео не соберет много лайков, то не увидите. Ну что, с вами был Нубастер. Всем пока!